Жители Актобе напугала выпь, птицу, которая обычно избегает человека, нашли во дворе одной из многоэтажек. Она была дико перепугана и забилась в угол. Мама! Мама! Как птица оказалась во дворе многоэтажки, точно неизвестно. Вероятно, она заблудилась после паводков. Обычно выпь обитает у водоемов и держится далеко от людей. Видимо, поэтому найденыш вел себя агрессивно и даже пытался укусить особо любопытных. Сейчас пернатый на станции юных натуралистов. Как долго он там пробудет, пока не ясно. Специалистам нужно еще понаблюдать за необычным питомцем. Предполагаем, что выпь заблудилась. Обычно эти птицы обитают на реках. Сейчас она под наблюдением. Позже будем решать, выпускать ее на волю или оставить здесь.